Заработать, занять, накопить, потратить – это наши ежедневные заботы, связанные с деньгами. Их главная функция – обеспечивать нашу жизнь. Какая же сумма денег необходима горловчанам для комфортной жизни, узнаем прямо сейчас. Скажите, пожалуйста, какая сумма денег необходима для комфортной жизни вам? Ой, для комфортной жизни? Ну, в принципе, если комфорт достойный, то большая сумма должна быть. Примерно какая? Ну, примерно в наших условиях 1040-50. Ну, вообще-то так, чтобы прожить. На одного человека или на себе? Ну, можете, да, на одного или на себе посчитать. Ну, вот 20 тысяч минимум. Ну, чтобы так вот, нормально жить. А так где-то 15 хватит вполне. Даже не знаю. А так как мне уже почти 90, мне 20 тысяч вполне достаточно. Ну, 1015. Угу. Чтобы как бы и на лекарства хватало, и оплатить ЖКХ. Ну, вот так вот. В день? Можно 1000 рублей хватит. То есть, значит, на месяц вам достаточно было бы 30? Да? Ну, я одна, да. Ну, 1015, наверное. В месяц, да? В месяц, да. От рубля до миллиона. Любая. Я человек скромный. 1030. 30? Ну, мне достаточно. При моих 7000 зарплаты. 1020 нет. Ну, хотя бы 1050-45, это точно. На сегодняшний день это нормальные деньги. Это реально нормальные деньги. Это вы рассчитываете на себя или на семью? Нет, это я рассчитываю на себя и на семью. Не только на себя, да, на семью, скажем, с трех человек. Хорошо. Так. Но если еще будет получать и муж где-то такую сумму, это будет просто шикарная, некомфортная, шикарная жизнь. На этом наш сюжет подошел к концу. Оставляйте свои комментарии, какую сумму денег в месяц вы хотели бы получать для комфортной жизни. Подписывайтесь на новый канал YouTube, Рутуб и социальные сети. Ссылки в описании.